Приветствую всех на канале «Привет, я Индия». В нашем доме мы живем только 5 лет, и в этом году мы решили украсить наш дом к Новому году. До этого в доме мы ставили только елку, немножко украшали ее. В Индии Новый год особо праздновать не принято. Обычные гирлянды можно купить везде, гирлянды, разные лампочки, но нам хотелось что-то эксклюзивное, и украсить внутри хотелось нам более как-то оригинально. В прошлом видео я показывала вам, как я начинала украшать дом одна, потом подъехала моя дочь, конечно, ей не понравилось, что я начала украшать дом без нее, потом мы продолжили вместе, и сегодня мы украсим еще и на улице елку. Если вам нравятся добрые семейные новогодние видео, тогда вы попали на правильный канал. Ну все, на сегодня будем заканчивать, Яна, да? Почему? Ты то не устала, я уже знаешь, сколько уже здесь украшаю. С самого утра я еще даже не купалась. Украшаю. Ты хочешь на улице елку тоже украсить? Ну, если хочешь, давай, пошли. Пока мы не купаны, потому что в этих игрушках столько пыли. Яна, я руки уже мыла несколько раз. У меня руки вот прямо сушат от пыли. Поэтому, если хочешь, давай, чтобы уже за сегодня... Ой, это упал стенд для мобиля. Как тебе, кстати, вот этот? Как это на английском называется? Ринг вот этот. Смотри, как классно я тоже сделала. Добавила шишечки и добавила немножко игрушки. Все. Не трогай, Яна. Там все приклеено. Да, очень классно. Прямо вот как настоящая елочка. Это, мне кажется, более по-настоящему выглядят эти листочки, чем те, которые как вот те венки с белым. Явно елка же белая не бывает, Ян. Вот, кстати, да. Можно было бы. Ты такая Акина. Да, можно было бы. Но я хотела на ту елку, ну, да, сверху одеть. Ну что, пошли украшать? А какой? Большой или маленький? Ну, конечно же, вот эту. Яна, тапочки только переодень, не для улицы. Вот эту, конечно, Яна. Я же хочу... Ну, здесь же плаг есть. Откуда протянем провод? Да. Здесь придется тогда звать электрика, отдельно что-то делать. А так отсюда... Да, и вот эта она такая более пышненькая. В общем, вот эту будем сейчас украшать. Давай, неси все игрушки. Так, Яна, ты смотри внизу. Какой длины делать гирлянды? Mm. Внизу. Насколько длинная ты хочешь? Mm. Нет, внизу. Ниже горшка или выше? Смотри. Выше, выше. Выше делать? Да. Смотри, насколько выше. Они же будут все одинаковые. Да, сколько? Все. Вот так? Да. Тогда я здесь закрепляю. Здесь тоже будет хорошо. Вот так позакрепляю и будет здесь вот так прям луча. Да. Так, ты смотри, чтобы... Стой, смотри, где, как делать. Смотри, на каком расстоянии. Так. Внизу. Так, вот это что? Да, все, да. У нас много гирлянд. Сколько здесь? 4. 4. Да. Так, вот эту, наверное, вот так, Яна. Да. Что? Нет. Нет? Да. Ну, вот так, как? Не, пичи. Ну, это да. Же только настоящая вот Яна, она... Вот так. Вот так делать? Не, пичи. Здесь? Так, смотри с этой стороны, зайди. Зайди, посмотри, одинаково внизу или нет. Посмотри. Одинаково внизу по длине? Да. Одинаково? Да. Все, закреплять. Так, еще одну. Еще одну, говорю. Да, вот там. Где вот там? Сзади. Сзади? Да. Так, смотри. Сзади иди. Ну, не там. Так, вот здесь. Так, все? Да. А у нас там еще были гирлянды, Яна, нет? Все, серебряная одна была. Одна только была или две серебряные? Вот я не помню. Не знаю. Мы можем докупить еще, Яна, в принципе, не страшно. Так, я слажу, сейчас посмотрю. Или давай мне свет сразу, Яна. Свет тоже повешу заодно. Пока выключай печь. Давай. На. Давай, сейчас надо распутать. Ты мне помоги, Яна, выключи пока камеру. На, Янусь.
Где пусто? У нас же много игрушек. Давай прям везде понавешиваем. Ты знаешь, вот надо было, наверное, не сзади, Яна, надо было спереди вот ту гирлянду, вот туда сбоку где-то, действительно. В этой стороне надо было как-то ее. Сейчас, наверное, повернем сюда, Яна, в эту сторону надо. Сзади там все равно не видно. А вот в этой стороне как просится, чтобы вот одна красная гирлянда. На, ты игрушки пока все сделай, я сейчас залезу, сделаю. Оттуда на эту сторону переделаю. Давай. Давай, Яна, сколько тут у нас пинов осталось? Два, в принципе, осталось уже и немного. Давай, две каких-нибудь последние игрушки повесь. Игрушек, в принципе, немало, нормально. Елка вся украшенная хорошо. Немало. Игрушек совсем немало. Сколько тут еще? Одна. Одна еще осталась. Вот одну еще повесь и все. На. На. Открой его. Все, сейчас залезу, на эту сторону переброшу. У нас там вот этих дождика не осталось еще, гирлянд таких. Все, уже закончились все гирлянды. Вот такие, как красные, больше нету. Там, по-моему, есть одна эта серебряная, silver есть. Да? Ну, давай ее тоже принеси, чё. Давай, вешай, хорошо там, вешай. Хорошо там. А? Ну, не на мягкую часть, а там, чтобы не упала, Яна. Ну, все, я полезла вверх. Давай, включай, Яна. Ох, красавица ты наша новогодняя. Ой, какая красавица, Яночка, очень красивая. Ну, вот это единственное, мне кажется, можно немножко вот сюда, назад, чтобы равномерно распределить на расстоянии. Ой, красавица, ты красавица, живая елка. И главное, вреда не причиняем, Яна. Живая и останется живой. Нарядим ее, нарядили, вернее, украсили, потом также мы снимем, и будет она жить вечно у нас, да? Я не люблю, когда убивают елки. Мне жалко, когда на один раз так используют. А у нас в горшках своя живая елка. Навсегда. Forever, Яна. Forever green and live. Да? Да? Прекрасно. Прекрасно. Все. Все. Мы, Яна, на сегодня справились. А что нам еще осталось, Яна? Все, по-моему. Единственное... Да, выключай пока. Сейчас потемнеет, тогда включим. Все, сейчас уже теперь каждый день будем включать. Да. Все, забирай тазик, стул внутрь. Теперь уже все, каждый день будем включать. Теперь каждый день пусть будет у нас эта красота. Ну что, мы справились, Яночка, все, осталось только докупить кое-каких докупить нам. Смотрите, на двери показывала, не показывала тоже то, что мы купили. Вот немножко тут вот так вот еще шишечки добавила вот три таких игрушки, все, ой, прекрасно. Только мусор теперь надо, Яна, весь поубирать. Работы, конечно, у нас непочатый край. Все пакеты в одной, Ян, потому что эти все пакеты нам понадобятся потом. А белый спрей нам не понадобился, да, получается? Да. Ну, ничего, пусть стоит. Когда-нибудь понадобится. А я показывала подносы. Ну, вот смотрите, как у нас тут красиво. Вот. Ну, это будут, конечно, еще свечи здесь полностью. Будем зажигать вот это вот свечи здесь тоже, да? Здесь тоже можно, Яночка, свечи поставить вот здесь, чтобы потом вот... Зеленые тоже у нас свечи. Все, в общем, все в новогодней тематике, все полностью зеленым цвет. Зеленые, золотые цвета. Вот она, наша красавица. Ну, немножко еще единственное, докупим носочков, довесим тут. Я думаю, раз, два, три штучки еще надо купить, Яна, все. А так, да, и свечи, вот такие вот звездочками свечи вот сюда поставить, все. Потом куплю еще таких вот фонарей. Ну и стол еще потом украсим. Я не знаю, Яна, сегодня стол будем украшать или потом? У нас же еще есть раннер в стиле Крисмас тоже. Акер? Да. Покажи. Показать? Да. На, посмотри, как тебе. Ну, класс. Это неправильно, да. Вот. Ну, класс? Да. А тебе не нравилось? Ты всегда меня, Яна, критикуешь, вот всегда не поддерживаешь меня. Да, ты мне когда я заказывала, ты говорила, нет, мне не нравится, не такое. Так, Яна, за такие деньги, за 400 рупий, меня извини, конечно. Ага,
И вошибал, понимаешь, это вошибал. Можно постирать в стиральной машине. Ну, красные, олени, зима, снежинки. А что? Все, сейчас стол вот это уберем, все почистим и выложим. Все, у нас Крисмас, Новый год. Кстати, Яна, если ты хочешь, можем еще заказать. У нас еще полным-полно времени до Нового года, до Крисмаса. Можем такую еще заказать. Классно? Да. Видишь? Знаешь, могли бы мы для чего заказать? Сюда бы тоже типа положить. И на эти две тоже. Как ты? Сюда могли бы, если что. Нет? Не хочешь? Можно. Смотри. Можно, да. Можно еще заказать. Но я не заказывала, потому что тебе тогда, во-первых, не понравилось. Я думала, забракуешь, поэтому думаю, закажу пока только один. Если понравится, закажем еще. Нет, ничего, так и бывает, Яна, так и бывает, ничего страшного. А кроме того, потом ткань немножко при посадке всегда, ну, когда стираешь, немножко ткань садится. Ничего страшного, ничего, так и бывает. Очень красиво, Доня, очень красиво. Это мы все уберем отсюда. Оно нам здесь не надо. Здесь я поставить хочу вот ту корзиночку, которую ты убрала, Яна. Я хочу здесь на столе вот это как инсталляцию сделать. Это вот это все уберем. Непкин и ложки. Да, вот так вот немножко подсунь. Вот это и не так. Что не так? Ну, уже все так. Ну вот. Немножко вот так подсунь и все. Немножко просто надо... выровнять, вот и все. Поближе туда, что вдруг напротив друга. Убирай вот эти ложки, Яна, ставь сюда инсталляцию ту. Как раз там из коры дерева под нос, как раз он идеально сюда подойдет к Новому году. И ваем даже. Ну, можно, да, можно, кстати, салфетки можно оставить. У меня есть там очень красивые салфетки, я их положу. И будет красиво, будет в тему. У меня есть там типа новогодние такие разные. Нет, салфетки все-таки убери, Яна. Они там. Подальше туда, Яна. Мы же еще кушать будем за столом, не забывай. Новый год Новым годом. Но кушать-то надо будет все равно. Да, поэтому место на столе должно быть. Ну, в общем, все. Вот она. Ну, вот это мне не нравится. Что не нравится? Поднос? Вот это что? Не нравится? А что там тебе не нравится? Чуть-чуть надо грин. Грин? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Может, игрушек туда накидать? Зеленых? Да. Посмотри, зеленых игрушек туда просто накидай, шариков, и все, и будет хорошо. Ну, в общем, вот так вот выглядит наш праздничный стол. Но вот этот поднос, это еще у нас incomplete. То есть не до конца мы сделали. Я поеду, я видела в продаже такие вот, как мэты, как травка. Травку сюда постелю, тогда будет очень красиво. То есть стол будет вот такой же, но только вот в этот поднос я как елочку такую постелю. И будет очень хорошо, потому что на этом столе не хватает именно зеленого. Слишком красный, да, Яна? Да. Этот стол слишком красный просто. Ну, а так у нас все уже готово. Все мы украсили. Мусор только надо теперь... Есть у тебя в твоей комнате, Яна. Тоже. Ну, я думаю, можно, Доня, ну, можно для... Можно для... и ту? Нет. Ну, мне да. Будет именно зеленая травка, будет намного лучше. Потому что здесь это уже есть, и в твоей комнате, в принципе, тоже должно быть. Все, Яночка, теперь давай уберем вот этот мусор весь отсюда. Все, на сегодня работа наша закончена. Смотрите, какая красота у нас. Все, осталось только мусор. Мусор весь убрать, все лишнее, в общем, разложить. Ну что? Ого, ну, конечно, Яна, это все будет вечером только красиво. Днем это будет некрасиво. Это только вот когда темно, после 5-6, когда темно, конечно, тогда. Смотри, как классно, да? Такая красавица наша. Ну что, рада ты? Да.